Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре крепы нитромашин сезона 21-22. Наиболее технологичные крепы того сезона и с максимальным индексом жесткости 9. Вот в них надо катать при райд и на огромных скоростях. Одно крепление для вас полностью разобрал, чтобы посмотреть, из чего оно состоит, что в нем интересного. Начнем с базы. База у нас двухкомпонентная. Сама платформа композитная и алюминиевая пяточная дуга. На газ-педали на стельке у нас имеется воздушный карман вот с таким вот резиновым демпфером, который сделан для того, чтобы гасить ударные нагрузки и все приземы райдера. Точно такой же карман у нас имеется на пятке с абсолютно такой же технологией. База крепится к сноуборду на диск 2х4. Диск имеет вот такую вот систему защелок, которая не выпадает. Это очень удобно при монтаже. Алюминиевая пяточная дуга. Она крепится к базе на 4 болта. И есть возможность ее регулировки для того, чтобы ваш ботинок имел одинаковые свесы носка и пятка. Также есть перфорация для того, чтобы настроить ротацию хайбека при положении. Сам хайбек очень легкий, очень жесткий, карбоновый. У него есть настройка. Угол хайбека можно поменять, но всего лишь в двух вариантах. Хайбек за все время не потерся, не потерял своего внешнего вида, в отличном состоянии. Все гребенки, все поводки у нас имеют S-образную форму, для того, чтобы при встегивании ничего вам не попало под ботинок, чтобы вы их случайно не сломали. Также каждая гребенка усилена 2 стальными тросиками. Все для того, чтобы это не сломалось и выжило в любые морозы. Верхний стрэп почти за 3 года катания имеет идеальный внешний вид. Никаких потертостей, никаких сломов. Также у него верхний замок выполнен очень близко непосредственно к самой гребенке, для того, чтобы в момент либо катания, либо встегивания вы его не задели и он случайно не открылся. Но этим грешат у нас нижний стрэп. Вот у него как раз замок. Задеть можно, его можно легко открыть. Проверять надо на каждой катке. В общем-то и все. Отличные крепления. Рекомендую каждому. Спасибо за внимание.